О, у Сереги сразу шкафы, комнаты полетели, дома, автобусы, дохлые слоны, окна, клиптоман. Смотри, щитки электрические. Деревья конченые, рамы какие-то испорченные. 2-6. Давай, Димас, твоя очередь. Ну чё, погнали. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Стаканчик, Серега, Енот, Дарк Драгон, пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Хай, какашку. Здорово. Сегодня мы играем очень классный геймод, потому что мы ни разу его не записывали, называется Justronaut. Довольно-таки интересный режим, я бы хотел в него сейчас поиграть, первый раз сам запускаю. О, давай вот эту страшную карту. Ну-ка. Пускай, может ее можно? Может мне надо нажимать? О, чёт пошёл. Значит, что означает? Ой, что-то не подгрузилось. О, музычка, что это? Серега, ты что-то... Это было эпично. Ого, она газует. Нифига себе, у меня глаза чуть на лоб не вылезли. Так, очень все круто сделано. Здесь, короче, какие-то челики насадили тыквы на палки. Опа, первый зашел, стаканчик уже со мной. Так, пацаны пока заходят. Я себе открою одну уже штучку. Может, у нас будет общее делиться, я не так и не понял. Так, а Серега заходит? Не заходит, ждем. Да, захожу, воркшоп. О, деревья можно продавать, продаем деревья, пацаны. Так там же можно любые комплекты продавать. Так, 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 стоп-стопы. Ого, этот камни продается. Вы всю карту сейчас продадите, оставьте мне хоть кусок галимого камня. И мне. Тебя, Серега, хватит тут всем. Тут и воду, а воду нельзя продать. Офигеть. Чели какой-то такой, как на шаре забирает его. Очень все классно оптимизировано. Непривычно, но он будет лагать, как обычно, знаете. Заходишь, начинается тормозить. Здесь все красотища просто. Надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Кстати, карта довольно-таки большая. Все продаем дома в хате. О, я вижу кристалл вдалеке вроде. А, это дом. Вы что, дом продаете? Виллу продал. Эй! Попробуй какие-нибудь, эти объекты продать, если они там есть. Например. А нету, нету. Я бы продал. А там типа никаких нет? А первая миссия была с NPC-шкой. Я все продаю! Я все продаю! Серега, а ты где? Псих. А я в хате какой-то, я психопат, я ненормальный. Да я вижу, ты и так ненормальный. Я из дурки сбежал, держите меня, я псих. Забор только давай, ой, я забор продам. Воруем, мы клептоманы, Димас, мы с тобой чистые клептоманы, да. Мы все здесь воруем. Я камни даже продал. Пацаны, нам надо найти здесь еще один, короче, коллекционный камень. И мы отсюда телепортируемся в другой мир. В лобби будем тпхаться. Ну да, вот мы его и выполняем. Может, она под водой? Может, разработчик красава? Давайте прочекаемся. Ого, у меня жизни, деньги. Все считает. Пацаны, в общую кассу, да, все идет? Да. Офигеть. А, вижу камень, вижу камень. Молодцы, все. Вызываем поезд. Так, где вы? Я бегу, Димас. Я по дороге ворую деревья. Давайте встречаемся. Все не друг другу бежим навстречу. Серега, ты оставь хоть что-то на карте. Нет, я все ворую, я еврей, я вор. Я вонючий вор. Так, все, давай. Пешеный, на спауне, вызывай поезд. А что, поезд нельзя вызвать? А нам надо всем походу. Надо же задержать. А я зажимаю. Чего? Ни звука, ни передержан. Не, попробуйте сделать. А чё не работает? Мы должны отсюда уехать как-то. Надо все вместе. А, точно! А что, где поезд? Это все вместе? Ты чё как-то опять сбила, красиво. А как? Я залез, Димас. Я тоже. Музычка играет, все по четкому. Погнали. Все сели? Поезд едь.
А, надо посигналить всем. Давай, скелет, садись. О, все, вроде все. Нет, не все сели. Надо на кресло сесть, а не на руки ему. Во, погнали. Смотрите, что творится. Мне нравится. Очень круто сделано. Так, ребята, телепортировались мы к себе в хату. О, попадали сюда еще штуки. Еще нужно... 91 получается. Заполняется. Долго заполняется. Так, ждем пацанчиков. А мы пока карту будем выбирать, ребята. Какие у нас еще тут карты? Давайте что-то связано с ФНАФом. Half-Life Update. Нет. А может, если мы будем брать карту Half-Life, может, NPC там будут? Old House. Да не, не должно быть. Ну, первая карта, которая давала этот сам гейммод, она была с NPC-шками. Вот этот лес, там были NPC, к слову, Димас. Там был пирамидоголовый, стоял мне, махал. Да? Да. Так, листаю. Продал. Димас, давай посмотрим, сколько там вещей у меня выпало. О, идемте. Там, наверное, деревья, так, все кабаки. Это не я нажал. Ну, смотри, уго, эророк. А чё у меня эрорки? Ну, не знаю. Маленькие эрорки, большие. Давай-ка я теперь. Давай. Я буду тут стоять. Он я. Давай. О, 14 тысяч баксов. О, говно. За одну карту. Что, псих, что ли? Деревья бедные. 3300. Теперь я. А, еще. А кто нажал? Погнала. Эй, хоро... Ты что, псих? Нифига себе, три. Теперь я. Погнали, ребята, надеюсь, будет тоже много. Интересно, а сколько будет там валяться в топах, если тысячу? Ну, тоже довольно-таки неплохо. Я Димаса погнал. Серега, ты чё, псих? Дима, а, есть, я псих. Эй, это мои пропы, вот и заключается игра. Кто больше пропов соберет, вот в чем игра. А я победил. Ты победил? Да. О, смотрите, тут клиенты новые появились. Тут всегда рандомно спамятся эти котики. Новые задания? Так, ну чё? Забирайте новые задания, наверное, а я буду карту искать. А у них ничего нового нету. CSGO, погнали. Я первую седлушку занимаю возле окошка. Ускорение. Пока пацаны заходят, я буду быстро все продавать. Трубы, двери. Я понял. Смысл игры? Да, кто больше соберет предметов, все понятно. Поэтому Димас всегда будет на первом месте. Ну да, ну да. Да не, мне кажется, тут столько времени дается. О, кристалл. А там же бесконечно времени, пока все не вызовут поезд. Да, тем более, что ты плачешь? Просто я все там предметы продам, а тебе не будешь что продавать. Я перила продал. А я знак там продал. Там же есть оружие пистолета, зачем этот пистолет? А это же вызывать портал. А, нет. Нет, может друг друга мочить? Обычный пистолет, который... Может друг друга мочить надо? Кто бы убьет друг друга быстрее? Или может NPC все-таки на карте должны быть? Возможно. А тут же есть пользовательские карты, которые именно от самого режима. Да? А как их включать? Да, там надо их отдельно качать, там, когда в самом гейм-моде, когда скачиваешь, там ниже были карты. Потом там были пользовательские карты. Именно их. Да, я не могу убить, кстати. Вот я попадаю по нему, жизни не тратятся. Поэтому друг друга убивать нельзя. Значит, должно быть какой-то... Слышь, вы продали всю карту. Тут самое прибыльное это базар. Да. И тут уже все собрал. Я буду на первом месте по-любому. По-любому. Ну хотелось бы, конечно, карты на прохождение. Надеюсь, они тут тоже есть. Может, надо что-то там понажимать еще? Я тут продал, Димас. Кого? Комнату целую продал я. А тут можно комнаты продавать? Ты что, весь дом продал? Говорю, я клептоман еще тот. Ну, знаешь, что будет на первом месте? Угадай. Я? Конечно. Слышь, тут все продано уже. Я просто иду, а предметы вверх летят.
Я тоже так буду делать тогда, а что делать? Там же некоторые вербиты не исчезают, они становятся типа такой галактической текстуры. Ну да. Я даже Жигули конченый, москвич продал разобранный, никому не надо. Сколько стоит? Я представляю, когда это все будет с трубы выпадать? Это будет какой-то трэш. А там же, помнишь, когда первый же раз выкидывали, там же некоторые большие объекты были очень маленькие. Ну да. Но все равно прикольно будет. Это если их будет их много, это вообще... Это же будет пушка. Так, что еще продать? Нема что продавать. Да, странно. А зачем нам пистолеты дают? Точно кого-то убивать надо. Когда-то. Тут сворую еще. Я тут много. А ну давай вдвоем. Да не тот пистолет. Блин, мало людей, идем ко всем. О, втроем. Да не попадаешь. Убегайте, убегайте, пацаны, сейчас поезд приедет. Ой-ой-ой, псих. Почему он так приезжает странно? Он постоянно из-под пола вылезает? Да, да. Так все, давайте, мы вас ждем. Уже вылезал. Бегу, бегу, бегу. На ролике бегу, он бегу. Вылезал через стены там. Из потолка. Бегу, Димас, бегу, бегу, бегу. Да, может, зависимо там значок крутится и рандомно значок как падает, с такой стороны он выезжает. А там же можно направлять, Дим. А как? Ну, там же, когда вместо высадки, ты же выбираешь, ты же просто нажимаешь на пол и выдержишь. А если там на стену или на потолок? А, нет, я знал. Я по дороге своровал бордюры, так что валим отсюда. Давай, валим, пока не приехали охранники. Ох ты. А мы летим куда-то. Ого, видел за окном коты, люди. Прикольно, рандомчик рулит. Ого! Слушай, потом найти, надо потом найти карту из Пропханта, которая из земли. Там же прям вообще... 300, 320, 330, 340. Нифига себе! Ты чё, псих что ли? 400. 404. Так ошибка. Ого! Дальше Дэдвайс. Музычка такая веселая. Давай, Серега, твоя очередь. Дэдвайс сейчас. У кого же больше? Мало, очень мало. Моя очередь. Давай, Серега. Удиви. О, у Сереги, о, сразу шкафы, комнаты полетели, дома, автобусы, дохлые слоны, окна, клиптоман. Смотри, щитки электрические. Деревья конченые, рамы какие-то испорченные. Давай, Димас, твоя очередь. Ну что, погнали? Я походу опять победил. Давай, покажи вещь. Машины, Жигули, я же сказал, москвичи, окна, прям в лицо летят. Я, ребята, по крупным. А чё так мало? 230, я обогнал Димаса. Блин, я кончи, я плохо сыграл. А я опять первый. О, хоррор. Погнали. Так, чё дальше? Слышите этот звук? Сирена. Это уже сиреноголовый? Открывается. Представляете, нам просто сгенерировала хоррор-карту. Офигеть, где вы такое еще видели где-то? Я лучше сниму один наушник. А где это оружие мое? А ничего нету, это ж хоррор, сюжетка, нету оружия. Нам надо выйти отсюда, пройти до выхода и найти поезд наш. Найдем, пацаны? Я лучше... Давай. А, давай. Открылись, открылись. О, фонарик вот есть, и то хорошо. Мас, я нашел твоего хейтера. Дырку. Вроде хотели карты грабить, а теперь хоррор проходим. Так это режим такой, геймод. Майнкрафт еще тут каким-то боком. А там же есть Детран, есть, тут куча режимов. По-любому тут есть NPC битвы, по-любому. Надо просто назвать, как называется этот мини-игра это. Может, там где на выживание, зомби-сурвайвал, тут зомби оно. Опять сирена? Да. Ключ вставляй в дверь. Не в эту дверь. Мне кажется, в ту надо было, не? Не, я попал. Нашел? Так, а где здесь дверь? Не знаю. Смотрим.
должны пройти. У тебя поезд? Нет, еще один надо найти. О, вот он. Так ты же поезд призывал и без всех этих кристаллов. Так, что дальше? Поезд где? О, нас тпхнуло. Может, поезд сейчас приедет наш? О! Это прохождение дальше идет. Я ничего не вижу, перед носом ничего не видно. Страшно как-то. Может, скример будет все-таки? Вы же призывали поезд с помощью пистолета. А пистолета нет. А мы не отсюда пришли? Отсюда, не? А, я не знаю, ну не подходит к этим дверям ключ что-то, не знаю почему. Мне кажется, у вас просто карта забрала оружие, вы не можете вернуться обратно. Не знаю, куда я иду, надеюсь, это правильный путь. Вызвали уже, не вас. Вот ты молодец, Серега. О, аккуратно, новый поезд. Короче, ребята, мы не можем пройти эту карту, мы решили домой. И, друзья, ну что ж, если понравился этот режим и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!